В совершении убийства подозревается житель Красноярска Шахнур Агамалиев. Борец, 24 года, ранее не судим, официально безработный, не женат, детей не имеет. В субботней ночью красноярский гость пришел посидеть с друзьями в кафе «Дружба». Позже появилась абаканская компания с Александром Голубиным. Завязался конфликт. По версии следствия, при входе между молодыми людьми, администратором и охранником заведения возник конфликт по поводу соблюдения вновь прибывшими посетителями пропускного режима. В конфликт вмешался 24-летний житель города Красноярска, отдыхавший в кафе. Между ним и потерпевшим возникла словесная ссора, в ходе которой мужчина произвел выстрел из пистолета, причинив потерпевшему огнестрельное ранение грудной клетки. Раненого абаканца доставили в больницу, но выжить ему не удалось. Убитый Александр Голубин был перспективным спортсменом, мастером спорта по греко-римской борьбе. Сегодня следователь просит суд заключить Шахнура Агамалиева под стражу, чтобы тот не мешал расследованию. Уже опрошены свидетели, а в машине подозреваемого найден пистолет, из которого, предположительно, и было совершено убийство. Находясь на свободе, по мнению органов предварительного следствия, осознавая тяжесть совершенного преступления, Агамалиев с целью избежания уголовной ответственности может скрыться от органов следствия. Сам Агамалиев за решеткой сидеть не хочет, привык к комфорту, просит домашнего ареста в квартире родителей бизнесмена в Красноярске. Я не убийца, я не знаю, кто это произошло. Мне нет смысла куда-то скрываться. Я хочу, чтобы меня отпустили под арест домой. И никуда не собираюсь ни скрываться, ни уходить, ни убегать, никуда не уезжать, не улетать. Поддерживает подсудимого и его адвокат Александр Баландин, считает, оснований для ареста нет. Опасности обвиняемый в особо тяжком преступлении ни для кого не представляет. Он не был инициатором данного конфликта и был вынужден, значит, соответственно, защищать себя, защищать те общественные интересы, защищать интересы хозяева, тех лиц, которые находились в кафе, ну, чтобы, скажем так, обезопасить то пространство, где, собственно, все отдыхали. По решению суда 2 месяца до 18 мая включительно, пока будет идти следствие, подозреваемый проведет за решеткой в изоляторе. А если вина Шахнура Агамалиева в убийстве абаканского спортсмена будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Виктор Буров, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.